Уходят моряки, уходят Магелланы. Свою мечту нашли они в седых морях. Уходят корабли, уходят постоянно. И возвращение их ты вечно будешь ждать. Уходят корабли, уходят постоянно. И возвращение их ты вечно будешь ждать. Пускай разлуки нас совсем не покидают, пускай шторма и ветры хлещут нам в лицо, пускай живет любовь, и мы об этом знаем, что чище и сильнее в жизни нет ее. Пускай живет любовь, и мы об этом знаем, что чище и сильнее в жизни нет ее. Наградой будет нам далекий берег, оставшийся за дымкой близкий и родной. Наградой будешь ты одна на свете, как синяя волна, любовь, любовь. Наградой будешь ты одна на свете, как синяя волна, любовь, любовь. 50 лет тому назад я такой же вот был, курсант. Я служил 38 лет. Скажите, пожалуйста, случайный прохожий, добрый день. А скажите, на каких морях вы побывали, где вы плавали? Ну, я плавал много. Можно сказать, полшарика прошел. Полшарика. Вот. Назовите эти моря. Ну, я служил на Балтийском море, на Черноморском флоте, воевал на Черном море, на юге, в морской пехоте 2 года отвоевал. С Днем Победы, с праздником. Я думаю, что еще не один День Победы будем встречать. Счастья вам. Спасибо. 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 Ну ничего, самое главное, море надо любить. Если не будешь, любить, тяжело будет служить. Я обожаю море. Тяжело будет служить, потому что и без семьи, и плаваешь, сутками... Небо да вода, небо да вода, небо да вода. А вы знаете, чего мы его снимаем? Во-первых, он участник фестиваля солдатской песни, но принять участие в конкурсе на сцене он не сможет, потому что у него свадьба, он женится, он уехал. А, ну поздравляю, поздравляю. Я женился поздно. Ну, во-первых, у меня прервалась учеба в училище войной. Война меня застала на втором курсе. Мы пошли в морскую пехоту. Я 2 года отвоевал. В войну какая там женитьба была. А потом плавал. Пилау был разбит весь. Жить негде было. Ну и уже женился в 28 лет. Не спешил. Ну ничего, желаю. Спасибо большое. Успеха в службе, в семейной жизни, чтобы все было. Назовите себя, пожалуйста. Капитан первого ранга в отставке Шаронов Юрий Васильевич. Спасибо, случайный прохожий. Теперь вы не случайный, а хорошо знакомы. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо и вам. До свидания. Исключительная ситуация. Конкурсное выступление Александра Викторова оценивают только телезрители. Ждем писем по адресу 127-300, Москва, улица Академика Королева, 12. Фестиваль солдатской песни.